Итак, функции Smart Hub. Смартфон подключен, соответственно, через наш монитор. Монитор с хабом подключен к монитору. Ну, а монитор, в свою очередь, подключен к нашему компьютеру. Ну, во-первых, соответственно, хаб работает с компьютером. Вот видите, второй экран, все подключено или по USB, или по беспроводке. Но появилась новая возможность. Управление смартфоном. То есть, что надо сделать? В принципе, да ничего сложного. Вот в данный момент мы управляем мышью, клавиатурой на, соответственно, на компьютере. Нажимаем комбинации кнопок Alt-S. Происходит некая внутренняя магия. И вот смотрите, вот видите уже мышка там. Мы управляем смартфоном. Да, мы управляем смартфоном, то есть клавиатура от компьютера, но уже вот сеть. И соответственно, да, вот нажали. Нужно что-то написать. Вот мы пишем. Что-нибудь, ну я не знаю, что там, что-нибудь приличное там, я не знаю. Сразу вопрос, а есть ли какие-то горячие клавиши, присущие управлению смартфона? Ну, вот, например, нажатие главного меню. Да, вот. Клавиша вот, контекстного меню, левая клавиша, соответственно. Как мы через ноутбук будем управлять? А, в смысле, вот это? Вот это, да. Ну, сложно сказать, но какая-то есть. Ну, есть. Да. В общем, полноценным будет управление? Да, управление будет совершенно или только касательно клавиатуры, мышки и так далее? Ну, в общем-то, тут, видите, кнопок-то немного, то есть вот кнопка назад уже, как бы, мы нашли ее. Это часть смарт-хаба, да, мы сейчас говорим? Это вся часть смарт-хаба или только часть? Да, это вот часть смарт-хаба, которая называется функция Mobile Control. То есть именно вот... Это частичка, которая отвечает за управление. На устройствах будет какой-то значок, как потребитель поймет, что это что устройство поддерживает смартфон? Ну, должно быть, да, в документации должно быть. Должно быть документация. Поддержка. То есть это как бы такой более-менее открытый стандарт. То есть там очень много андроидовских телефонов современных поддерживают. Практически все там не лицензируются. Понял. Спасибо. Вот.